Но очень кратко о монастырском комплексе Святейшего Благовещения во Флоренции, построенного в 1250 году. Смотрим, наслаждаемся, восхищаемся. Роскошный интерьер церкви Сантиссима Аннунциата, автор Микелоцци ди Бартоломео 1444-1455 год рождения, была реконструирована в стиле барокко, который сложился после перестроек в 17-18 веку. Обновление убранства носило всеобъемлющий характер. Интерьер получил помпезный облик, не характерный для Флоренции. Да, именно так начиналось возрождение барокко. Очаровывает красота. Учитесь, господа. Господа, цените и вы искусство, но не забывайте про ЗОЖ, а юный бодрый дед за 65 лет в этом вам поможет. Удачи вам, хорошего настроения.